Идемте вот там начальник, который вам объяснит, почему она так вот себя ведет. Вот, вот посмотрите, работа. Вот закрылись. Вот закрылись. Вот у них вся работа. Все против людей делают. Все против людей, они все вот так вот. Вот она вся администрация. В районных ЗАГС. Сейчас вот целый день надо здесь стоять. Скажите, эмоции это все какие у вас вызывают? Что думаете? А как вы думаете, как мы, если людей не можем похоронить? Как вы думаете? Они живут, пожалуйста. Они, получается, относятся к рабочей работе. Говорите рабочий график. Вот затянемите рабочий график, как они работали. Вот в больнице говорят, что они не работают, потому что праздники. Здесь они не работают, то, что праздники. А люди-то ведь умирают. Сколько можно-то это? А я в интернате работаю. Мы никогда ничего не можем добиться, ничего. Я сегодня одного буду оформлять целый день. Если столько народу на у меня нет гарантии, что завтра еще кто-то у меня умрет в интернате. Можно какой-то вещь? Я опять целый день буду. Так мне здесь ночевать что-то? А здесь они в час закрылись, и все стоят 3 часа со справками о смерти. Снимайте, вот. Вы смотрите, с утра не можем сюда попасть. Это что такое? Сидят вот как эти, как истуканы какие. К начальнику зайдем. Начальник вот вам что ответит. Безобразие какое-то. А вы со скольки здесь стоите? Мы с утра здесь стоим. С утра. Не можем попасть вот сюда, вот получить документы, похоронить человека. У меня мать умерла 5 числа. Я с 5 числа не могу похоронить мать свою.